C'est ah bon? Là, elle est déjà filmée. D'accord. On est bien. Tu sais qu'est-ce que tu peux faire, hein? Tu mets la dame, hein, dans une tapette à souris, comme ça, quand il va mettre le doigt pour la prendre, tac, ça va te réveiller. Il y avait anche solo il coupe, Merci Marino. Bon. J'espère que ce repas vous a été sympathique. En tout cas, ça nous a fait très plaisir. Voilà, merci. Взрослые там бухают, хряцают. Молодежь тут резвится в баскетбол. Взрослые бухают вот здесь. Уже почти закончилось празднование 50-летия. Я тут сегодня в роли диджея. Вот эту вот фигню, музыку играю для вот этого народа. Вот так вот выглядят не особо молодежные тусовки. Молодежную тусовку, я надеюсь, вам покажу отдельно. А это вот не молодежная тусовка. Сегодня суббота. Это вот это вот заведение, это сальдефета, ну, то есть зал празднований, так сказать. Здесь проводятся разные банкетики. То есть, в принципе, это никакой не бар, ничего, это просто вот в деревне, в одной из деревень такое заведение, в котором проводятся разные празднования. Насколько я узнал, это стоит где-то порядка 500 евро, вот все вот это вместе. Покормить там всех, потанцевать всех и тому подобное. Заведение арендовать. Как-то так. Надеюсь, молодежную тусовку я вам еще покажу. Есть у меня такое желание пойти посмотреть, как там происходит все это дело. Потому что здесь довольно-таки уныло. Все просто трындят между собой потихоньку. Ничего супер веселого не происходит. Но, в принципе, нормально. Oh, my God.
Буду рад, буду рад, буду рад.